Маршрутка протаранила столб. ДТП произошло на пересечении Политехнической и третьего товарного проезда. По словам очевидцев, микроавтобус двигался в сторону заводского района. Его начала обгонять Нива, которую занесло. Легковой автомобиль ударил в маршрутку в бок. Водитель попытался увернуться от столкновения и в результате микроавтобус врезался в столб. Пострадали шесть человек, двое из которых были госпитализированы в больницу.